Здравствуйте! Вы на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Стилизованный образ большой панды является символом Всемирного фонда дикой природы. А на ее родине в Китае панду считают олицетворением добра и мира, потому что она не употребляет в пищу живых существ. Но панда это нечто больше и более интересное, чем просто большой медведь, питающийся бамбуком. Поэтому предлагаем познакомиться с этим животным ближе. Шесть пальцев на передних лапах. Узкая специализация в питании привела к развитию интересной анатомической особенности, поскольку в дикой природе пандой питается преимущественно э, побегами бамбука. Для более удобного удержания стеблей у них произошли изменения в строении скелета передних конечностей. А Сесамовидная кость запястья со временем эволюционировала и превратилась в так называемый шестой палец, при помощи которого панде легче удерживать бамбуковые стебли. Выживает только первый. Большая панда приносит потомство, состоящее из одного-двух детенышей, и происходит это, как правило, летом. Но из родившихся медвежат шансы на выживание есть только у одного. Дело в том, что самка заботится только о первом детеныше, бросая второго. Подобная особенность, по мнению ученых, может быть связана с тактикой выживания пад. В условиях ограниченного количества бамбука панды размножаются довольно медленно, не создавая жесткой внутренней Видовой э, конкуренции за пищевые ресурсы. Единственный медвежонок, повзрослев, живет с матерью довольно продолжительное время до 2,5-3 лет. Не только черно-белые. Оказывается, существуют не только панды с традиционным окрасом шерсти, и речь идет не о случайной мутации или пандах альбиноза. Внутри вида большая панда э, выделяет два подвида, которые имеют разобщенные ареалы. Это всем знакомая черно-белая панда из провинции Сычуань и панда со светло-коричневым участком вместо черного, обитающая в горах Цинь-Линь. Выглядит она не так эффектно, но все равно очень красивая. Примечательно, что коричневый подвид имеет меньшие размеры по сравнению со своим знаменитым собратом. Длинный хвост. Большая панда относится к семейству медвежьих. В отличие от своих родственников, панда имеет довольно заметный хвост, длина которого составляет 12 см. Едят не только бамбук. На самом деле панды питаются не только бамбуком. Да и в дикой природе их основным питанием являются сочные бамбуковые стебли. Но, как отмечают ученые, большие панды могут при случае съесть мелкую рыбку, яйца или мышку. Да и насекомые частенько попадают к ним на обед. А в зоопарках панды едят фрукты и даже сладкие булочки. Все сладкое – это их любимое лакомство. По свидетельствам буддийских монахов, живущих в регионе обитания диких панд в провинции Сычуань, панды частенько заходят к ним в гости, чтобы выпросить что-нибудь вкусненькое. Панды как источник дохода в Китае. Китай тратит колоссальные суммы на содержание в неволе, охрану в дикой природе и научные исследования, направленные на восстановление популяции большой панды. Но Китай не только тратит, он еще и зарабатывает на бамбуковых медведях. Оказывается, все панды, которые содержатся в зоопарках мира, находятся в аренде у Китая. а Подобная практика существует с 1984 года. Один год аренды панды стоит. 1 миллион долларов и все медвежата, которые будут рождены в неволе является собственностью Китая. Смертная казнь за убийство. В Китае, где к пандам относятся очень трепетно, предусмотрено суровое наказание для тех, кто посмеет лишить жизни большую панду. Их ожидает смертная казнь. Подобная строго связана с малым количеством этих животных и особым отношением к ним со стороны китайцев. На панд запрещено охотиться с 1962 года. По последним данным, в дикой природе обитает около 2000 панд. На этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте так что подписывайтесь раскидывать это видео и конечно же ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик услышимся